Всем привет! Буквально несколько дней назад на моем видеоканале вышел небольшой анбоксинг с двумя вот такими коробочками, внутри которых находится обычный кабель micro USB. Этот самый кабель компании Rainbow относится к категории профессиональных кабелей. Внутри картонной коробочки мы открываем и видим вот такую коробку. Вот такая обычная коробка. К сожалению, то видео, которое было запущено ранее, получилось не в том качестве, в котором оно должно было быть. Поэтому вот, пожалуйста, переделываю, чтобы было видно. Так, смотрим, открываем коробочку. Во-первых, почему этот кабель относится к профессиональным? Потому что в этом кабеле стоит защита. Из-за того, что этот корпус металлический, сделана нейлоновая оплетка, стоит небольшая, но, как обещает производитель, надежная защита. Вы получаете кабель, который можно гнуть, мять, рвать, и у вас, скорее всего, это не получится. Хотя, как говорят в народе, научи дурака Богу молиться. Он либо церковь сломает, либо лоб расшибет. Поэтому, несмотря на приставку Pro, к этому кабелю все-таки лучше относиться бережно. Кабель выпускается в двух вариантах. Это вот как этот кабель, короткий, длиной 1 метр, и кабель длиной 2 метра. 2 метра я вам не покажу, потому что он уже используется у меня по своему прямому назначению. Розетка далеко от кровати, а двухметровых кабелей вполне хватает. Что еще в этой коробочке? В этой коробочке мы видим небольшую инструкцию, в которой написано на 6 языках, что мы можем сделать с этим кабелем. Но что мы можем с ним сделать? Зарядить и все. Еще небольшая инструкция, точнее даже не инструкция, а небольшая гарантийная памятка и небольшая гифт-карта Rainbow, где просто говорят спасибо за покупку. В принципе, все, что вы могли увидеть об этом кабеле, вы все это уже знаете. Говорить про этот кабель не стоит. Из-за того, что все штекеры металлические, я говорю не про отдел контактов, а про то, что вокруг этого самого штекера все металлическое, то есть он практически не сломается. Разумеется, если его пинать, кидать, тыкать в него ножиками, ножницами, то, скорее всего, даже этот надежный кабель придет в негодность. Но если относиться к нему не с уважением, а просто как к нормальному гаджету, то он прослужит вам достаточно долго. Ссылка на этот самый кабель под видео, вы можете зайти туда, выбрать нужную вам длину, как я уже сказал, метр или два. Если перейдете к производителю, то найдете там не только
микро-USB, но еще и различные USB-C, лайтинги и все остальное прочее. То есть продавца я вам рекомендую. Цена не самая низкая на подобные изделия, но будем исходить из того, что и не самый дешевый, и самый простой кабель вам предлагается купить, если нужно, разумеется. Поэтому, как я уже сказал, ссылка под видео. Всем пока. Увидимся позже.